Сниженная ставка по потребительским кредитам, а также скидки при оформлении ипотеки. Эти еще целое множество специальных предложений подготовлены для клиентов Сбера в рамках акции «Зеленый день». Она приурочена ко дню рождения банка и проводится 11 и 12 ноября. Подробнее в сюжете. Сбербанку 181 год. Свой день рождения банк празднует вместе с клиентами. В честь праздника уже 5 лет подряд Сбер проводит акцию «Зеленый день». Так, с 10 по 12 ноября владельцы дебетовых и кредитных Сберкарт будут получать повышенный кэшбэк бонусами в размере 10% за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров Сбера. Заметные скидки ждут и тех, кто в «Зеленый день» оформит потребительский кредит или даже ипотеку. Тем, кто планирует открыть вклад, банк предлагает продукты с повышенной ставкой. «Зеленый день» – это не просто акция, а хорошая традиция ко дню рождения Сбербанка. Она полюбилась нашим клиентам за интересные и выгодные предложения. Причем на привлекательных условиях можно как оформить финансовый продукт, так и приобрести полезные гаджеты для дома и офиса. Мы подготовили и много выгодных предложений для нашего бизнеса. Скидки на свои продукты и сервисы предлагает не только группа компаний Сбера, но и большинство наших партнеров. Поэтому призываем всех в «Зеленый день» уделить время покупкам, они обязательно порадуют вас. Сбер благодарит своих клиентов за сотрудничество и в дни акции начисляет повышенные бонусы по программе «Сбер Спасибо» при совершении покупок у партнеров в Сбермегамаркете, Сбермаркете и других компаниях. Скидки в 25 и даже 55% сделаны на целую линейку страховых продуктов. Для корпоративных клиентов акции трансформируются в «Зеленую неделю». Спецпредложения для бизнеса будут действовать дольше, вплоть до 17 ноября. Ознакомиться со всеми предложениями и подробно акции «Зеленый день» можно на официальном сайте программы лояльности «Сбер Спасибо».